проблема, конечно. Деньги идут на поддержку военных в том числе. Почитайте, почитайте. Мы граждане Украины в том числе. Если вы не читаете, можете прочитать. Я понимаю. Нет, вы не понимаете, это ваши проблемы. Вот. Нет, вы кого представляете? Себя. А вы откуда сам? Я, например, с Мариуполя. А я из Луганска. А да? Зачем вы? Да, я из Луганска. А зачем вы здесь? Что вы здесь делаете? Вы отдыхаете? А мы здесь деньги собираем в помощь нашим военным. Да, конечно, а потом просто показываем остальные русские книги. И его поведение. Да, все правильно делаем. Конечно, поставьте, собирайте другие. Це неможливо. Пойдем за мной. Ничего не хотите мимо. Идем, объясним. Идем, покажем, что мы делаем. Це Празький Майдан.